нашей программе будет только важная и полезная информация. Итак, выборы президента пройдут 31 марта, в воскресенье, на 9 избирательных участках Славутича с 8.00 до 20.00. Учтите, в ночь с субботы на воскресенье Украина переходит на летнее время. Часы переведут на час вперед. Далее о избирательных участках. В школе номер 1 голосуют славутичане, проживающие Белгородский квартал, дома 7, 9, 10, Вильнюсский квартал и жители, проживающие в Рижском квартале. В школе номер 2 голосуют славутичане, проживающие по улице Военных строителей, ВЧ-3041, улица 77-й гвардейской дивизии, проезд Каштановый и Киевский квартал, дома с 1 по 5 и с 7 по 118. Школа номер 3 голосуют славутичане, которые проживают в Бакинском квартале, в Ереванском и Двилийских кварталах. Дворец детей и молодежи, помните, это новый избирательный участок. Здесь голосуют те, кто проживает по проспекту Дружбы народов, а также Белгородский квартал, дома со 2 по 6, Московский квартал, дома с 1 по 2 и Невский квартал с 1 по 4. Киноконцертный комплекс. Здесь голосуют славутичане, проживающие по адресу Белгородский квартал 8, Киевский квартал 6, Московский квартал с 7 по 11 и Таллинский квартал. Школа номер 4. Здесь голосуют жители, проживающие Белгородский квартал с 11 по 44, Добрынинский квартал с 9 по 15 и с 21 по 40 дома. Также жители, проживающие на улице Майбутнева, улица Студенческая, проезд Молодежный и Невский квартал с 5 по 26 дома. Кроме того, Печерский квартал. Спорткомплекс «Олимпиец» снова стал избирательным участком для славутичан, которые проживают в Добрынинском квартале 3, в домах 16 по 18 и в Черниговский квартал. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Грация». Здесь голосуют славутичане, проживающие в Добрынинском квартале 1, в домах с 4 по 7, в Московском квартале, в домах с 4 по 5 и в домах с 13 по 59. И есть специализированный участок, который находится в нашей медсанчасти. Еще раз напоминаем, что на выборы нужно идти 31 марта с 8.00 до 20.00. И не забудьте взять с собой паспорт.